работает один, смотрите, что делает. Работает, выставляя лапу на прямые удары. Сейчас, значит, тот, кто бьет, делает движение, первый джеб, просто касательный, да? Разведка, раз. После этого накидываем двоечку, раз, два. Левый прямой, правый прямой, еще раз. Левый прямой, паузу сделаем. Раз, два, и вот после вот этого прямого мы проходим дальнюю ногу, еще раз. Смотрите, так. Да. Раз, от него. Можно с корпусом, можно с ногой. То, что мы делали с ногой, это вот, да? Отсюда, вот, давай. Можно с ногой. Смотрите, вот. То есть, там, там, вот корпус взял, и отсюда его еще завалил, попросил. Еще раз. Левый джек. Тум. Двоечка. Раз, два. И вот этой ногой, которая сзади бьющая, она пошла сюда. И здесь мы у него. И здесь пару раз показали. Встали и опять попадаем. Ясно, да? Левая разведка. Тум. Двоечка. Раз, два. Пошел. Вот этот переход должен быть очень резкий. Без промедления. В тот момент, когда правая рука ему в чушку влетает, если она влетит, или мы промажем, да, допустим, мы промахиваемся на расстоянии, мы после уже в инерции сюда входим. Паузы не должно быть. Раз, два, проходим. Давайте, поехали. Спина, спина, проходим. Смотрите, ребят, проход в ноги у всех, даю гарантию, сейчас у всех будет 70% вот такой. Проход в ноги должен быть снизу вверх, а не сверху вниз. Раз. И уже отсюда вот. Пошли. Раз. У него. Давай, поехали. На нож присели. И вот как на гусином шаге зашли. Тот быстро. Да. Ты тоже брать. Сверху дай, кто начать. Я в этом раз. Ты неправильно делаешь. Раз. 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 Два. Раз. Два. Два. Это просто справа. А? А? Справа. Один раз учились, да. Заходим, ребят. Левая нога заходит. Смотрите, нет. Послушайте внимательно. Что здесь большое значение имеет? Вы заходите, вот бьете вот двоечку. Тум-тум. Вы заходите вот этой ногой, а вы ей не зайдете, потому что нет шага. Вы идете туда здесь, а шага нет. Не получится. Вы должны делать вот что. Раз, два. И дальняя нога с подходом левой должна под него идти. Вот, 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 вот. Еще раз. Сюда. Вот. Тум. Опять. Тум-тум. Пошел. Еще на динамике. Раз, два. Долго. Зачем ты здесь руку оставляешь? Да. Еще, давай, стой. Да. И вот немножко вот сюда дальше. И сразу предлагаем к нему подходить. Что ты остаешься? Подожди. Вот мы сразу. И вспоминайте, в начале задания фиксировали ногу. Сейчас тоже ногу фиксируйте в партере. Большой.
Давай.